Вечером 2 октября на 317-м километре трассы М-11 столкнулись три большегруза. По данным ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля МАН, двигаясь в направлении Москвы, отвлекся от дороги и совершил наезд на стоящий на обочине прицеп КАМАЗа, водитель которого менял лопнувшее колесо. После столкновения МАН продолжил двигаться и протаранил прицеп другого КАМАЗа, водитель которого остановился для оказания помощи водителю по замене колеса. В результате аварии пострадал водитель МАНа. С тяжелыми травмами мужчина доставлен в больницу. 2 октября на проспекте Калинина автомобиль «Опель» сбил дорожное ограждение. Молодой человек, управлявший иномаркой, студент одного из тверских вузов, сообщил, что перед ним начал разворачиваться ВАЗ. Через сплошную поехал разворачиваться. Я, чтобы уйти от удара, ушел вправо. Меня занесло, и я... Случившееся вызвало интерес у прохожих. Гонять на больше 60 километров в час. Сейчас поворот налево уходит. Человек на ВАЗовской, не знаю, пятерка, семерка на красный через сплошные начал поворачивать, разворачиваться. Я, чтобы уйти от удара, ушел вправо, меня занесло, вот я прилетел, получается, сюда. Он уехал. А виновник уехал, да? Виновник уехал. Номер запомнили? На видео снято. А кого отчество? Сахибович. Сахибович. Вот, друг снял его на видео, он просто уехал и все. Куда поехал? Ты стой! Да! Стой! В аварии никто не пострадал. Кто прав, кто виноват, в случившемся разбираются сотрудники ГИБДД.